5 декабря в преддверии Международного дня волонтера состоялся слет волонтеров среди студентов учреждений технического и профессионального образования. В мероприятии приняли участие более 80 республиканских, областных и зарубежных организаций. Главная цель – организовать диалоговую площадку для обмена опытом между волонтерами. Слет волонтеров «Открытое сердце» организован Управлением образования Восточно-Казахстанской области совместно с одним из медицинских колледжей города. Мероприятие приурочено к Международному дню волонтера и 30-летию независимости Республики Казахстан. Оно предполагает обмен опытом и сотрудничество волонтерских групп. В нем приняли участие студенты, лидеры волонтерских организаций, учебных заведений таких стран, как Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Сегодня в нашем городе проходит большая встреча, наполненная смыслом и добротой. Ее цель – вселить надежду в следующее поколение через качественное образование, а также обмен опытом в обучении активных членов общества посредством сознательного воспитания и донести до общественности чистоту наших сердец. Ставшее уже традиционным мероприятие среди учреждений профессионального и технического образования Восточно-Казахстанской области проводится уже в третий раз. Напомним, волонтерское движение Восточно-Казахстанской области заняло второе место в марафоне «30 добрых дел по республике». В Восточно-Казахстанской области 82 колледжа. В 70 колледжах работают клубы волонтеров. Данные клубы работают по 8 видам волонтерства. Педагогическое волонтерство, социальное волонтерство, медицинское волонтерство и другая волонтерская работа. Даже во время этой пандемии дети продолжали работать. Всего в мероприятии, которое проходило в онлайн и офлайн форматах, приняло участие более 80 организаций. В ходе слета были рассмотрены рабочие площадки для обмена опытом волонтеров. Волонтерство – это не деятельность, а желание сердца, отмечают участники. Я волонтер уже 3 года, я присоединилась к волонтерскому клубу, когда была первокурсницей. Я там очень активна. С волонтерским клубом мы побывали во многих местах, например, в детском доме и доме престарелых. Сегодня волонтерское движение в Казахстане выходит на новый уровень. Работу волонтеров теперь можно увидеть в сфере культуры, спорта, педагогики, языка и других социальных сферах, отмечают организаторы. Евгений Проскурин, Аяулым Бахыткызы, Алижан Бейсенгазинов, телеканал «Семей».